Дмитрий Иванович, во-первых, с крупной победой, с отличной игрой. Трудно было найти те слова, чтобы команда вот так от первой до последней минуты играла в такой футбол. Ну, спасибо за поздравления. И крупная победа, и хорошая игра – это полностью заслуга тех футболистов, которые вышли сегодня на не столь непростой газон. Вот. И я благодарен всем ребятам за ту игру, которую они продемонстрировали, за ту самоотдачу, за победу. Показалось, что сложные погодные условия даже раззадорили еще больше наших ребят. У вас тоже было такое мнение? Я думал о том, как может сложиться этот матч, и имел в голове несколько вариантов ведения игры, но не ожидал, что он даже на таком газоне может показывать тот футбол, который мы пытаемся прививать. И еще раз спасибо ребятам за это. И самое главное, как мне кажется, они получают от этого истинное удовольствие. Как думаете, хватит ли вот такого запала на последнюю игру в Казани? Ну, я им говорю, периодически журналистам говорю, высокая конкуренция. И, наверное, вот это удовольствие, которое поймать тот кураж и не отпускать его, это наша задача и задача ребят. И сейчас в раздевалке я сказал, что удовольствие от игры получаете и не отпускайте его. Спасибо, с победой. Спасибо.